Человеку с буквы К по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Согласно нумерологии, все, что связано с морем, притягивает их как магнит. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Счастливыми и удачными днями для владельца этого имени являются воскресенье и понедельник. Все свои главные проекты им лучше начинать 1-го, 2-го, 4-го, 10-го, 11-го, 13-го, 19-го, 20-го, 22-го, 28-го, 29-го или 31-го числа. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.